В Восточно-Казахстанской области из-за погодных условий и заснеженных дорог жители часто нуждаются в помощи экстренных служб. Так, в Зайсанском районе к пациенту медработникам удалось пробраться лишь на высокопроходимой технике спасателей. А в Глубоковском районе сотрудники ДЧС на автомобиле «Шерп» вызволили из снежного плена 11 человек. Жителю Зайсанского района, находящемуся на заимке Ашалы, понадобилась экстренная медицинская помощь. Из-за заснеженной дороги врачи не могли пробраться к месту назначения. На автомобиле «Кунг» сотрудники пожарной части 25 ДЧС ВКО буквально пробились сквозь снежные сугробы, чтобы доставить двух медиков службы скорой помощи, спешивших к пациенту. Затем спасатели благополучно транспортировали больного до ближайшей районной больницы в сопровождении врачей. Также в селе Волчиха Глубоковского района 11 гражданам была оказана помощь спасателей. Спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области пришли на помощь 11 гражданам, которые отдыхали в загородном доме в труднодоступной местности и оказались в экстренной ситуации. На высокопроходимых автомобилях «Шерп» спасатели добрались до места и эвакуировали 11 граждан. Медицинской помощи они не нуждались. Напомним, что в регионе продолжается штормовое предупреждение. Отметим, что не стоит в условиях непогоды покидать населенные пункты и посещать труднодоступную местность. О штормовых предупреждениях следует заблаговременно узнавать в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112. Лейла Слямбекова, Алтай Ахпарат.